Allez, au son. Она зависит от силы армии. Чем больше сила армии, тем больше подработка за песо. Оп. 5601. Это не предел. Он скинулся. Счетчик 600. С этого начинается. А это 7600. Это скоро закончится. 8 с чем-то. А это 3400. Но она всех опережает, потому что у нее сила армии 501. А остальных 5-1. Без 500. На 10% больше зарабатывает. Так, как зарабатывать, получать, зарабатывать, получать, шестеренки, детали, вот это было недавно, я отменили, вот шестеренки, детали, а, World of Tanks. Собирали до апрельта. Ничего-то. Что-то отменили. Вдруг. И все за золото. Не, за серебро. А здесь золото. Так. Это здесь нападение мы осуществляем. Ну, чужие базы. Вот это лучше улучшать. Лучше. Чем больше, тем больше воруете. Приналите ресурсов. Налет на вражескую базу. Больше ресурсов. Вот это. Быстрее строится все. И производится. Производится научный центр. Вот здесь тоже важная вещь. Здесь у нас планы улучшения. Всякие планы улучшения. Увеличится количество очереди благодаря вот этому пустому центру. Присутствует хранилище. Хранилище. Улучшить хранилище. Производство. Это не рекомендуют улучшать, потому что будут цены огромные на расходку. Но мы не собираемся на 60-й уровень, на 60-й плюс. Мы зависли на 40-х. Так это для зоны, это не так важно. Оборону мы вообще не используем. Больше потратишь на нее. Это...
увеличивает получаемый наемниками опыт. И шанс красного наемника. И шанс красного наемника на 40-х уровнях. Это что-то они попутали. Нет здесь никаких красных наемников. Армия. Агентство только серый. Только серый всегда. Здесь нет шкалы, которая увеличивает шанс выпадения красного наемника. Здесь не бывает красного. У нас в армии все наемники устаревшего образца. Устаревшего. Вот как. Это красные все. И сила армии большая. Вот такие устаревшие и непрокачанные. И черты уже за ним нельзя. А да ладно. Причем это не просто так. Это смерть. Это какой-то крутой был когда-то. Наемник. Броня 140, здоровье 261. А у этого броня 400. А здоровье 261. А 2331. Почувствуйте разницу. Так что зависли. Рекомендую вам лезть на уровне 60+. Для того, чтобы хоть что-то зарабатывать, нужно на начальных уровнях развить себе армию. Залить все ячейки красными наемниками. Есть полезное дело, конечно, но мишку можно. Мишку можно собрать. Но его можно только 60 уровня использовать наемника. Мишку. Есть какая-то расходка. А, мерит. Мерит какой-то ценный минерал тут. Мерит. Силы кобылы, но нас лучше это не касается. Так, как шестеренки? Как шестеренки добывать? Как добывать? Если мы уже показали. Прокачивать армию. И давайте. Вот здесь, парни. Тут пункт веса. А это тренировка наемников. Но тренируются только наемники в армии. Потому что наемников засовывать в армию, там тренировать. А потом возвращать. Отряд. Вот здесь вот там. 25. Это можно увеличить, прокачав. О, бар. Центр, бар. Еще увеличить. Вот. Увеличение запаса наемников. Игрока на 5. Пассивный эффект. Расширение запаса. Вот запас. И вот оно, расширение. 25 наемников может здесь поместиться в запасе. Так. Зачем нужны шестеренки? Шестеренки нужны
Я. Здесь. Видно все эти черни. Хочу мешать. О, открываю окно. А, закрыть его невозможно. Без уменьшения. Смотрите, а теперь можно закрыть. Это вот это. Уменьшаем, потом вот так увеличиваем экранную лупу. И можно как-то играть. В общем, то что. Да. Ну, вот так дело. Что-то мы потеряли. И вот тут у нас шестеренки. Потеряли. Все, можно детали. Необходимо для апгрейда. Улучшение для оружия. О, и броня. Так. Улучшение для оружия. Броня. Инвентарь. Улучшение. Улучшение. Кстати, планы модернизации открыть. Это у нас что? Расширенный план Анкара. Так, нам нужно использовать расширенный план Тира. Так. Вот эти вот улучшения. Это я остальное уже апгрейдну, поэтому не найти. Здесь 300 нужно. Шестеренок. Да. И как их добывать? Можно продавать вот эти вот ненужные детали. Они выпадают вот здесь вот. Крутите. Один раз в 2 часа бесплатно, и они здесь выпадают. Но проще
вот пьеса, и пьеса переводить в шестеренки. С помощью вот этого контейнера зелененького купить. И скупщику продать. Продать. Это 150 шестеренок. Продать. Горящий игрок. Не путайте с горящим игроком. Горящий игрок. Г на конце. Две штучки. Спиртной напиток. Спиртосодержащий. Принимать малыми дозами, стаканами, кружками, в холодные зимние вечера, учитывая у камина какой-нибудь аромат приключенческий. Артема Калашникова, девушки. Под рукой у молодого человека каска. Вот такая идиллическая картинка. Блядь, что такое? Ну ладно. Вернемся к нашему. Я побоюсь этого слова. Баранам. Так. Как здесь мы играем, чтобы не повышать уровень. Ну а тут нападаем по мелочи на людей на вражеские базы. Миссию мы нашли. Особую миссию. Вот это вот. Здесь нет повышения опыта. Осада Горча. Еще стрельба по мишеням вроде бы. Тоже здесь не написано опыт. Здесь написано опыт. Здесь опыт. Здесь не написано, что опыт. Но он присутствует. Поверьте. Здесь опыт. Здесь опыт. Стрелятым мишеням мы проверять не будем, это долго. Но потом проверим. Может, тоже опыта не предполагает, но тут дают методички для прокачки этих наемников. Да. А сами бункеры. Изделение молодец, потому что там 70-е уровни в основном. Сражаются чуть ли не с 20 лет, но у меня
Был один 25-й. Но шутка, то есть, этих улучшений было. Там всех перестрелял. Вообще. Донатер. Такой ужас. Ну, здесь мы в лучшем случае можем разок выстрелить. До того, как нас кокнут. На 44-й, ну, без всяких улучшений почти. Это принятые на нашей половинке игры. Вот тут выборы проходят. И выбирают улучшения для... Лидер выбирает улучшения. Улучшения выбирает. И форма образования. Увеличивает опыт, получаемый наемниками. На 5%. Массовый бункер. Нет опыта. А есть хорошие штучки, которые нахрен нам не нужны, потому что мы не собираемся на 60 лет. Книжку получить можно 200. Нужно таких штучек заработать. Если 5 плюс 4 плюс 3 плюс 2 плюс 1. И все. Так, сейчас быстренько запустим это все. Расходку рубанули бесплатную. Здесь она была. Вот здесь жуткое количество можно было заработать расходки. А теперь не заработать. Потому что разработчикам нужно стимулировать траты денежек. Вот, например, используют 20 любых стимуляторов. 20 стимуляторов. Задание такое. Потому что здесь все решает расходка. Она дорогая, хорошая расходка. Дешевая, ничего не решает. Но вообще без расходки. Правильно. Поэтому задания нам эти не нужны. Это смешно. Есть вот эту штуку, чтобы собрать, нужно 200 кусочков таких собрать. А это... Это вообще жуткое количество. И сколько... А если... 10, 15... чтобы собрать это. Можно. Будет. Каждый день играть. Так. Это тоже запустим. Это тоже запустим. Это тоже запустим. На каждом сервере можно иметь только одного. О, один аккаунт только. Сервер 4 в Riot Zone. И... четыре аккаунта. Больше запрещено. Так, мы даже не успеваем выстрелить. Так, вот 70-й тоже не успел выстрелить. Хуже блокера. Или 70-й, 70-й, 65-й, 70-й.
Я пристроил 45-й. Чем успеваем? Они расходку используют. Например, авиаудар или граната. Оглохнут и все. И все мертвы. Какой ужас. Это можно, конечно, использовать расходку. Но... Ну зачем? Вот она всякая тут. Расходная расходка. И чё они? Они для того, чтобы побеждать, в конце концов. И главное, части. Не победа. О, даже выстрелили. Разок. Другой. 75. 1000. И 15. А, и как можно играть в такой установке? Это что, что? Причем сало. Не популярки еще, он 59-го уровня, но не 60-го. Тоже, наверное, без расходки. Брайт. Куха. 47-й уровень. 56-й. Расходку использовал. Ужас. Красную расходку. Сейчас. Поиграем, поиграем как. Победили разок. А здесь все уже справились. Как мы так смогли? А что-то дополнительное было. Энергия дополнительная, наверное. И за вход дают единицу энергии. Вот когда это заканчивается шкала. Не можешь играть в миссии. Кто у нас? Шипичек. Скоро денежку дадут. Можно еще сыграть. А этого отвалпусили. Девушку. Вита Электро. А это крутая девушка. Но до этого еще походили сегодня. Поэтому так справились быстро. Поле кончено. Тут, когда один, два донатера попадутся, то все. Всех мочит и все. И тут как попадешь. Как повезет. Этой девушке везло. А вот это не везло. Тут так забавненько все происходит. Бух, расходку кинул, гранату. Ничего. Господи.
что. Он даже выстрелил их 19. Ой, в это уж 113 спалился. Мэр не ранен. Господи. Политрук. Наверное, взятки берет этот мэр не ранен. Коррумпировано там все, наверное. Поэтому может донатить Риутсон. А мы взяток не берем. И донатить не хотим. Пусть другие донатят. Он делать нечего. Пусть питают свои деньги на ветер. Девушки, конечно, это донатерство, это грех. Грех. Удовлетворяя свои низменные желания, выкидывают деньги на забаву, когда в Африке дети голодают. А им главное в виртуале бить победителя. Да, платить за победу — это последнее дело. Лучше не платить и героически проигрывать. А героически. Ох. Так, а еще один Г. Здесь должно быть 6 игроков. Да, куда дели еще одного? 6 игроков и бункер должен быть. Странно. Ладно. Все, справились. Теперь ожидаем все остальных. И собираем собрать 6000, 1100, 600, 3950. Еще кроме перевода в шестеренки, для того, чтобы ландбара, для того, чтобы прокачивать улучшение для оружия и брони. Вот эти, чтобы прокачивать. Шестеренки, магазин, вот этот контейнер. Покупаете за песо, продаете скупщику за шестеренки. Прокачивать. Улучшение для оружия и брони. А еще можно прокачивать характеристики героя главного. Вот. За денежку. Вот. Оп. О, да, можно пасть. Вот. Такое героическое нападение. Налет с воровством. Так.
такие мы, нехорошие. Напасть. Ой, не расходую. Это вот энергия. Мы теперь можем напасть. И у этой энергии нет. А у этой и у этой. Ну ладно, тогда будем открыть базу. У нас там планы есть улучшения. Или нет? Есть. Использовать. Что там у нас? Прокачка бара и строй центра. Вот здесь. Строй центр. Центр. Строй. Очередь производства увеличивается и ускоряет строительство. Улучшение. Ура! Теперь, чтобы больше воровать, нужно это прокачать. Это не воровство, а это налет с воровством, это грабеж. Такой ужас. Чем детей заставляют заниматься, играя на их низменных чувствах. Низменных. Тьфу. Так, кстати, это хорошая вещь. Это что-то здесь можно приобрести различные предметы за ресурсы. Потом продать их за шестеренки. Надо их улучшать. А еще можно хранилище. Хранилище. Было где хранить. Схронить. Это улучшение главного героя. Улучшить улучшение. У нас нет плана. Чего тут нужно? Центр. Ага. Плана тира нет. Производство. Научный центр. Улучшить. Будем потом план тира. Получать. Хранилище. Ну, бесконечник. Да-да-да, еще сипуси. И спрятать, когда на вас налетают. Еще можно деньги в банк спрятать. Клуб. Здесь нет у нас. Можно вот так прорабатывать еще. Это прокачка наемников. Так, это нет. Это нет. Планов нет. У нас. Да, в центре много хорошего. Вот такой госпиталь. Но она не нужна. Мы ходим в экспедиции. Что у нас там? Расходка. Сходка, расходка. Ящик с липким товаром. Уникально. Это контрабанда. Сюда можно заглухать. Сейчас 90%, 95% успеха. А это только за клиентов. Простые туда не ходят, игроки.
кабаки, которые стягивают денежки. А здесь лечатся наемники после неудачной экспедиции. 10 побед в экспедициях, и можно вылечить всех, нажав на эту кнопку. В общем, прелесть какая-то. Но для нас. Зона тоже пустая трата. Времени, нервов и денег. Производят ящики с различными расходниками для зоны. А это расходники просто. Просто расходники. Расходники для зоны. Это все. Но мало туда ходим. Редко. Если только задание такое выпадает. 20 шагов. Это 5 раз вы видите в боях других игроков. То мы 3 налета совершили на базу. И нам засчитали как победу над игроками. Так. Вот она медаль. Здесь тоже все прокачивать можно. Со звезды, шестеренки, и т.д. и т.п. Ну, там такие ребята встретят. И охрана там в зоне. Будет иначе. И все время ухудшают здоровье там. Никуда. Еще там эти самые рейдеры бегают, правят честных игроков. Всякие подонки, мерзавцы, ублюдки. Ну и все такое. Игроки грабят игроков. Вот как мы сейчас налетели на чужую базу и ограбили. И что это хорошо, что ли? Но это постоянно в играх, постоянно. Во всех почти. Все вот это пропаганда насилия. Незаконных действий тут. Воровства, грабежей. Все демонстрируется, все. Пропагандируется. Оскудное поведение. Если так честно сказать, напрямик, в лоб. Правду матку, прямо в лоб, прямо. Видите, что творю? Видите? Вот. Такой шумишка. Люди, понимаешь, тратились на эти всякие роботы, чтобы обезопасить свои ресурсы. Налетели, ля-ля-ля, тополя. Как так можно? Кости подарили. Добыча. Так, оборона, чтобы больше грабить. Ой, здесь так центр, чтобы быстрее строить. Госпиталь квартир, прокачка наемников и все. Не хватает дерева. Торговля, клубик. Прошу, клубик. Центр. Хранилище. О, хватило. Производство. Центр. Это план обороны.
Wtedy włączasz głowę. Zapuści. Tyk. Na paść. Widzisz prawie. Widzisz. Na palicy jest tylko smak. Ministerstwo Kultury. Ministerstwo Obrazowania. Rozwiesienie. Sztuć dzieci. Rozdział. Padunków i obiegów. Od Nowochodonosorów. Najczęściej trudno klikać z gałuszki. Właśnie trudno. Może to na dalszy nie pójdzie tata. To może to mnie prowadzimy na jąki. Takie tyki. No, pomagać mi nie budzą. No i kto się. Może być niepoładna. W sensie raz wójt. Akurat ciesny. Idzieś. Idź. A tak. Złota już na wójt na kasę. Надо вот вернуть. У нас тут. А, вот она, круто. Хлоя. Так, эта принцесса тоже крутая. Она у нас только.
Так, кто же у нас еще остается? Сейчас. Это что такое? Раз. Снайпер, что ли? Да, снайпер. Снайпер, там чего там, чего там. Ответ. Сейчас снайпер вот такой. Радиорный. Скоро усилим наш отряд. И она сможет без расходки всех мочить. Значит, нам надо прокачаться. Все равно приятное, даже учитывая то, что мы не хотим развиваться. Шатер мы не хотим. Хотим апгрейдить все эти штучки сначала. Вот 75 деталей нужно на штанишки потратить. На это тоже. Господи. Что мы это будем? Больше. А, это цена. Цена это, если продавать. Если продавать. Поэтому... Не будем делать. Вон куда шестеренки-то надо красить. Вот. Там они как раз. Улучшение. Вот они. Вот эти улучшения. Апгрейд. Это шестеренки сюда красить. Совсем разобрались. Ну, то, что совсем-совсем. Но... Здесь еще кланы можно создавать. Всякие разные клановые уровни вести. И так далее. И тому подобное. Наверное. На этой оптимистической ноте. До новых встреч в эфире. Заходите.